Сразу двое жителей области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция отчиталась об успешности оперативных мероприятий. Одно из них проходило даже при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». В поселке Красная Горбатка Селивановского района взяли мужчину 1975 года рождения. По месту жительства у него обнаружена маковая соломка массой более 260 граммов и марихуана массой 768 граммов. Кроме того, на приусадебном участке у дома росли 35 кустов конопли. Все найденное изъято. А в Камешковском районе задержан житель 1990 года рождения. В ходе обыска у него найдена марихуана массой 23 грамма и 36 растений, похожих на коноплю. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантов на время следствия взяли под стражу. Наркотические средства какие-то либо употребляете? Какие наркотические средства? Бошку. Ну, как оно называется? Конопля, марихуана? Конопля. Конопля. Ранее судимого? Нет. Никогда не привлекались к ответственности, да? Нет. Сколько раз уже срезали урожай? Вот их собрал. Собрали, да? Ну, оторвал их там, думал, может, еще рано.